Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я даю информацию, рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую, ни в коем случае никого ни к чему не принуждаю. Если вам интересны компании, инвестиции, где я двигаюсь, где я развиваюсь, а я вам хочу сказать то, что нужно, чтобы деньги работали на вас. И есть люди, которые не хотят ничего менять, которые работают, чтобы заработать деньги. Это неправильно. Убивают всю свою жизнь, работают по 12 часов и зарабатывают в итоге просто какие-то не деньги, а вот какие-то мизер какой-то, которого ни на что не хватает. Нужно сделать свою жизнь финансово независимой, чтобы можно было себе все позволить в этой жизни. И для этого нужно развивать свой инвестиционный портфель. Сегодня это $1000, через месяц это $10000. Через год это может быть $100000, несколько направлений. Конечно же, нужно оценивать все риски, изучать внимательно проекты, изучать направления, оценивать и максимально свои риски распределять. Не держать все средства в одном проекте никогда. Лучше выбрать несколько проектов, даже если какой-то там проект прекратит выплаты. За счет остальных это все перекроет, либо же минимизировать потери средств, скажем так. Если у вас одно направление, вы тогда проинвестировали, к примеру, $1000, через пару дней вы не получили ни одной выплаты, это будет очень неприятно. Если же вы выбрали по $100 10 проектов, и даже, например, 7 проектов из них там перестали платить, и 3 платят, у вас даже если будет убыток, то он будет меньше. Поэтому всегда говорю, нужно развивать, расширять свой портфель. Ну а чтобы такого не происходило, нужно тщательно анализировать проекты, узнавать информацию, смотреть много информации перед инвестициями, много изучать, много думать всего, выбирать направления еще, возможно, какие-то в офлайне, какие-то покупать там акции от каких-то компаний, какие-то ценные бумаги, изучать криптовалюту. То есть не просто, если просто вот кидаться во все подряд, постоянно вкладывать, туда вложил, там говорят, что хороший проект. Вот, голова у каждого всегда своя, и я, как говорил, только даю информацию. Находимся в компании ABT, которая работает с 2021 года, и тут у нас немножечко поменялись условия. Значит, у нас есть подписочки уже на 120 дней, то есть на 4 месяца. Вот, у нас есть на полгода, то есть за месяц мы покупали за $10, сейчас они уже стоят от $70. И у нас есть подписочки на 180 дней. Так, ну у нас есть подписка как бы альфа, подписка у нас до 25.09. Вот, мы ее потом продлим. Давайте сейчас я сюда заряжу, наверное, $450. Или нет, хотя у меня тут сколько будет? 15% на 30 дней подписка у меня работает. Я потом просто подписку вот эту вот за $2, если я не ошибаюсь, она в месяц стоила. Я потом просто сделаю автопродление. Либо же ее нет, наверное же ее заново куплю. Давайте пока что вот так сделаем, включим подписку. Все у нас в работе. Так, все, у нас баланс списался и подписка у нас в работе. Вот так, вот такие вот были у нас сегодня отчеты по ABT. На этом я желаю вам больших заработков, большого профита. Всегда помните о рисках. Ну и до новых встреч.